Друзья, начнем мы со статистики потерь оккупантов на сегодняшнее число, 22 августа. Давайте посмотрим. Сводка от Генерального штаба Украины, самые свежие данные. Сейчас на экране. Итак, 22 августа, 545-й день полномасштабного вторжения Российской Федерации. Первый, самый главный показатель. Оккупационные войска личного состава потеряли 258 340 человек. Далее смотрим на вот такие вот цифры. РСЗО минус 721 единица. Артиллерийских систем было уничтожено 5295 штук. Следующий показатель потерь – это вертолеты 316 оккупантов, самолетов 315 было сбито, беспилотников 4312 и крылатых ракет 1406 также было уничтожено в украинском небе. Далее эту статистику пополняют вот такие цифры. Средства ПВО – минус 491 единица, специальная техника – минус 797, а вот автомобильной техники оккупантов было уничтожено 7722 единицы. Напомню, это водитель и экипаж. Боевые бронированные машины – 8476, было уничтожено танков – 4362. Ну и цифра отрицательного всплытия. Корабли и катера – 18. Спасибо за эти показатели нашим защитникам. Слава Украине, слава нашим воинам.